Всем привет! Обычная скакалка – это очень простой и легкодоступный инвентарь, который может позволить себе практически каждый человек. О ее пользе сегодня написаны тысячи научных статей. И сегодня мы поговорим, что случится с вашим телом и организмом, если вы заведете привычку прыгать на скакалке по 1000 раз в день. Разумеется, речь идет о людях с низким и средним уровнем физической подготовки. Вы очень быстро повысите выносливость. Буквально через пару недель ваш организм адаптируется к такой нагрузке, и 1000 прыжков на скакалке уже не будет стоить больших усилий. Такой феномен случается практически с 90% людей. Поэтому вы захотите увеличить нагрузку, и совсем скоро будете прыгать уже 3, а то и 5 тысяч раз в день. Так что первое, что случится с вашим телом, это увеличится выносливость. Вы потеряете примерно от 2 до 5 кг, в зависимости от вашего веса. Одним из главных достоинств скакалки является потрясающий жиросжигающий эффект, поэтому скакалку необходимо заиметь каждому, кто мечтает избавиться от лишнего веса. Причем прыгать можно и дома, и в ближайшем парке, а также в фитнес-клубе, в общем, где угодно. Регулярные 1000 прыжков действительно помогут похудеть. Самое главное – это не забывать о скакалке. Ваша талия уменьшится на 2 см. Жиросжигающий эффект скакалки обязательно даст свои плоды. Через месяц-другой объем вашей талии с большой долей вероятности уменьшится. Подтянется и пресс. Все потому, что прыжки нагружают не только ноги, но и мышцы живота. Здесь самое главное не останавливаться на достигнутом результате, а продолжать прыгать. Ваши ноги станут стройнее. Бедра и икры также подтянутся и немного трансформируются. Все потому, что техника движения всегда бьет по носкам, которые с помощью силы бедер выполняют прыжок. Кроме того, станут чуть более подтянутыми и ваши ягодицы. Улучшится обмен веществ. Помимо разгона метаболизма во время самих прыжков, скакалка заставит ваш организм поддерживать этот темп еще несколько часов после завершения тренировки. А регулярные прыжки в течение месяца выведут скорость обмена веществ уже на более качественный уровень.